Всем привет! В продолжение темы подготовки чугунной посуды, соответственно, вот результат. Сразу по времени. После прокалки, после, соответственно, шлифовки, прокалки на газовой конфорке, порядка там 40 минут, все это промывается. Высушивается, смазывается льняным маслом, тонким слоем, вытирается салфеткой, чтобы был совсем тонкий слой. Ставится в духовку при температуре 250 градусов на час. Далее вынимается, кладется остывать в районе 30 минут. Потом опять смазывается тонким слоем и в духовку. Я сделал 4 раза. Вот, соответственно, покрытие. Она еще, я думаю, потемнеет. Вода с блинной. У меня тут, конечно, немного не убрано, но вот так стекает вода. Сейчас обещал эксперимент. В первую очередь это защита даже не столько антипригарная, так как надо маслом пользоваться, сколько все же от коррозии. Чугун без данной обработки будет просто ржаветь после мытья. Ну и заодно я тут немного одной рукой немножко масла, даже можно половину сделать с маслом, половина посмотреть, как оно вообще по поджарке яйца. Уже экспериментировать буду дальше, ну, потом это так, снять ролик. Вот видно, на одной части есть масло. Растекается, кстати, очень хорошо. Все же шлифовка. Ну и сам, соответственно, продукт. Как бы его так разложить, чтобы он и на масло попал, и на сковородку. Процесс приготовления. Так, лопатка. Ну и отдельно занимаюсь сейчас ножницами. Постараюсь на неделе что-то уже отснять. Часть отправлю уже, там часть выкупили. Ну, много чего интересного. Там и японские мацузаки, в основном европейцы, итальянцы, немцы, японцы. Ну, основные такие бренды, в основном там винтаж, но очень интересный. Так, камеру брызгать тоже неохота. Супруга завтра будет блинную испытывать. А сегодня так. Где масла нет, подприлипает чуть-чуть. А самое главное, немного соли. Где масла нет, там она чуть-чуть подприлипает. Но это не страшно. Ну вот, в общем-то, и все. Чугун еще и сам нагревается, как раз подойдет. Так что, как замена антипригарных, о чем, мне кажется, все же тогда после прожарки в дальнейшем это будет меньше прилипать. Ну, немножко пристает, конечно. Зато картошка будет со шкварками. В общем-то, все, что хотел снять. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. А то в данное время в интернете столько всякого ужаса по поводу подготовок. Вот такое покрытие. Очень твердое. Даже пробовал там соскоблить части. Броня с обратной стороны.
также вода стекает, ничего, то есть никакая коррозия в дальнейшем не страшна. Всем удачи, всем пока!